Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. Остановка вокзал, станция Орск. Давайте смотреть новинки вместе. Смотрите, какая свеча. Ароматическая свеча в стакане. Состав парафин, стекло и железо. За 199 рублей. Стекло такое толстое. И смотрится, мне кажется, очень оригинально. В этом магазине два цвета. За 199. А также вот такие. Зеленый чай. Морская лагуна. Ваниль. Такие у нас уже были. За 99. Канцелярские товары. Смотрим, есть ли товары к школе. Я пока ничего такого новенького не вижу. Вот нашла только набор фломастеров двусторонних. 14 штук, 28 цветов за 199 рублей. Состав полипропилен, фибра, хлопок, вода, глицерин и пигмент. Такие карандашики. 36 цветов за 99 рублей. Изготовленные из дерева, глины, тонер и воск. Ножи канцелярские с механической фиксацией лезвия. Смотрите, какие узенькие. 0,9 сантиметра. 1 нож, а второй поменьше. 2 штуки за 99. Ценника нет, значит 51 или 55. Ну и все. Пока еще рано идти за покупочками к школе. Надо немножко подождать. Крем-мусс с маслом. Инновация. Самая нежная формула ФА. С кокосовым маслом, аромат какао. Мягкий уход, ощущение гладкости кожи, крем-мусс для душа. $99. Соль морская хвойная для принятия профилактических ванн в период простуды, гриппа, вирусов и инфекций. 500 грамм. Аромат хвои. За 25,50. Спрей для волос. Термозащита. Несмываемый уход без утяжеления. Защищает от высоких температур и негативного воздействия окружающей среды. Бережный утюжок. Даже восстанавливает поврежденную структуру волосного стержня и защищает волосы от вредного воздействия. Так, а это у нас что? Это ультраувлажнение. Если там термозащита, это ультраувлажнение. Ежедневный уход. Тоже несмываемый. Обеспечивает увлажнение и питание, облегчает расчесывание. За 77. Шампунь для волос с овсом. Увлажнение, защита. За 77, 400 миллилитров. А также с авокадо. Питание, восстановление. Фэри. За 77, 650 миллилитров. Хороший большой объем. Да. Аромат розового жасмина и алоэ веры. И чайное дерево, и мята. Такой антибактериальный для посуды. Биолан, актив био. Для мытья посуды. Брусничный мед. Не содержит красителей. Отлично справляется с загрязнениями.
И такой Биолан апельсин-лимон. Новая гель. Формула. Средство для мытья посуды. За 55. Фонарь светодиодный. Смотрите, какие яркие корпуса. Удобно держать в руке. Три штуки батарейки. В комплект не входят. Имеется крючок, можно подвешивать. Два световых потока. Основной и боковой. За 77. И такой фонарик очень удобно. Можно прицепить к джинсам. И когда в подъезде нет света, очень даже удобно заходить. А еще удобно ставить велосипед. Если кодовый замочек, вот мы ставим, приходится включать телефон в подъезде. И цепляем кодовый замочек. Вот такой. Там же не видно код. А это посветил, он всегда при тебе. Отлично, разные расцветки. И вот такие маленькие есть. Лупы, увеличительное стекло с подсветкой за 99. И вот такой очень хороший фонарь телескопический, светодиодный с магнитом. И если что-то уронишь, можно достать с помощью магнита в труднодоступном месте. Выдвигается она на 57 сантиметров, а сам светильник 17 сантиметров. Вот представьте, больше полуметра. Удобная вещь. Пленка укрывная 100 сантиметров на 12 метров с клеевой лентой. Толщина пленки 9 миллиметров. Легко фиксируется на поверхности. Вот. Мебель можно укрыть за 55. Смотрите, какой скотч яркий привезли. Сорок восемь миллиметров на 24 метра. Еще вот такой серебряный. Набор ковриков для ванны 38 на 58 сантиметров. Это большой и маленький 38 на 45 сантиметров. Различные расцветки за 199. Изготовлен из полиэстера, нетканого материала. За 199. Опять новые контейнеры у нас. Смотрите, разделен он на два. Двухсекционный для холодильников и микроволновой печи. С декором. Литр 250. Разные расцветки. Очень удобно брать на работу, мне кажется. В одну секцию можно наложить салатик, в другую что-то второе. Много расцветочек. За 55. Какой яркий. И вот тут вот этот тоже мы все показывали уже за 149. Здесь пластик, конечно, намного лучше. Тоже двухсекционный. Корзина подвесная, универсальная. Такой гладкий, блестящий пластик за 77. Вот смотрите, крепится на дверку кухонного гарнитура с внутренней стороны. И очень удобно хранить различные химикаты, губочки для чистки. Изготовлено в Республике Татарстан. Материал полипропилен.
Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии, а я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.